Друзья, всем привет! Меня зовут Капатурин Максим, и в этом видео я хотел бы вам рассказать, ради чего я забросил все свои проекты, ради чего я ушел с MLM индустрии, ради независимости, независимого проекта, который называется IO. IO – это самый простой и быстрый способ заработать 1810 эфиров с помощью технологий умных контрактов Ethereum. 1810 эфиров на сегодняшний день составляет порядка 23 миллионов рублей, чтобы вы понимали. Что такое Ethereum, почему именно он? Платформа Ethereum разработана для создания и функционирования децентрализованных приложений на базе блокчейн с использованием смарт-контрактов. Смарт-контракт представляет собой компьютерный алгоритм, обеспечивающий проведение контрактов внутри блокчейн. Они выстроены так, что выполнение определенных действий происходит только при достижении определенных условий. Надежность. Данную систему невозможно удалить, изменить или подделать даже ее создателю. IO – это полностью независимая организация, а это значит, здесь отсутствует администратор-руководитель, отсутствуют офисы и официальные представители. Отсутствие единого сайта и сервера, отсутствует единый финансовый счет. Все взаимодействия и обмен участниками происходят между собой. Никаких вложений, никаких выводов в систему. Это не очень, немаловажный фактор, я считаю. Главное преимущество – отсутствие рисков. Ваши затраты не превысят 0,1 эфириума. Это около порядка 1300 рублей. Первый же человек, пришедший за вами, отправит их обратно вам. Это делается один раз и за все время. Полная децентрализация. Никто не может остановить, внести изменения в работу системы или заблокировать ваши деньги. Система переливов. Всего в первую линию можно подключить 2 человека. Последующие люди идут уже в глубину структуры. Так запрограммирован смарт-контракт. Никаких продаж. Вам не нужно продавать чудесные товары. Все, что надо сделать, это пригласить принять участие в игре 2 человек. Даже если вы не пригласите 2 человек, система все равно этих рефералов вам выстроит, потому что так запрограммировано. Теперь, с чего же начать? Чтобы принять участие в проекте и получить первый уровень в системе, нужно отправить 0,1 эфира вашему пригласителю. Внимание, вы отправляете деньги вашему пригласителю, не вкладывайте в какой-то проект. Если у вас еще нет Ethereum кошелька, то вы можете осуществить покупку первого уровня с помощью ботов Telegram удобным способом. После оплаты вам автоматически создастся личный Ethereum кошелек, и вы сможете управлять своим счетом напрямую с бота. Вы всегда можете взять его от бота и пользоваться лично. Это делается только для удобства. Теперь, первый уровень. После того, как вы перевели 0,1 эфира вашему представителю первой линии, вы можете сгенерировать 2 ячейки, либо пригласить 2 человека. Да? С них вы получаете с каждого по 0,1 эфира, в совокупности это 0,2. Если вы приглашаете третьего человека, он автоматически встает, то есть, в ту ячейку, где нет еще людей. Да? И вот этот человек получает за него эфиры, не вы. Но вы получаете потом с него второй уровень, об этом чуть позже. То есть, понимаете, да, все идет в глубину. Второй уровень. После продажи всех первых мест первого уровня вы купили второй уровень, вот видите, да, вы покупаете уже у представителя второй линии. То есть не у этого человека, кто вас пригласил, а у вышестоящего. Для чего это делается? Чтобы деньги не сфокусировались на одной цели, а проходили через всех участников системы. Понимаете, да? Теперь, когда у вас уже вторая линия полностью занята, да, то есть 4 человека, именно они у вас и будут покупать также второй уровень по 0,15 эфиров. В совокупности на втором уровне вы получаете 0,6 эфиров. Третий уровень. После продажи всех мест второго уровня вы купили третий уровень, сделав перевод 0,35 эфиров пригласителю уже третьей линии. Понимаете, да? И вот эти вот 8 человек, которые находятся у вас на третьем уровне, именно они покупают у вас третий уровень, переводя вам в совокупности 2,8 эфиров. Теперь, четвертый уровень и закрытие первого цикла. Что такое цикл, поймете чуть позже. Смотрите, четвертый уровень стоит уже 2 эфира. Эти деньги вы также переводите вашему представителю четвертой линии, но... Что важно, да, вы это делаете уже с заработанных средств, то есть не вкладывайте деньги дополнительно. Теперь, вот эти люди, которые находятся у вас на четвертом уровне, это всего лишь 16 человек, именно они у вас и покупают четвертый уровень, переводя он также каждый по 2 эфира. В совокупности на четвертом уровне вы получаете 32 эфира. Это порядка 350 тысяч рублей на сегодняшний день. И теперь, ребят, самое интересное и самое мощное, то, что меня зацепило здесь больше всего на самом деле, это 5 и 8 уровень, но... Самое важное, вы не строите дальше структуру, вы не берете заново людей. Вы проводите те же самые действия уже с действующими людьми. Как это работает? У вас есть 30 человек, это как раз таки первый цикл, да? 4 уровня, это совокупность 30 человек. Теперь вы покупаете 5-й ключ у вашего первого представителя, то есть не у 5-го, а у 1-го. Соответственно, аналогично так же, как была схема со 2-м, 3-м и 4-м, да, вы покупаете 6-й у 2-го представителя, 7-й у 3-го, 8-й, соответственно, у 4-го. Здесь сумма уже намного больше. И что самое важное, вы уже делаете это с людьми, которые заработали деньги вместе с вами. Они вам уже доверяют, они пойдут с вами на следующий цикл. Соответственно, здесь уже растут и суммы покупок, и суммы дохода соответственно. То есть на 8 уровне в чистом виде вы зарабатываете 1810 эфиров, что на сегодняшний день составляет порядка 23 миллионов рублей. Вот это очень крутая система на самом деле. Ладно, идем дальше.
Таблица дохода. Здесь наглядно видно, да, что вот на первом уровне получаем 0,2 эфира, дальше 0,6, 2,8, 32, 10, 36, 280 и 1600. В совокупности на первом и втором цикле, еще раз повторюсь, заработаете 1810 эфиров, что составляет ориентировочно 23 миллиона рублей на сегодняшний день. Итак, ИО – это полностью независимый проект. Каждый участник имеет одинаковый ресурс, будь то создатель или новичок. Цель – дать возможность людям зарабатывать деньги при минимальных затратах и не пудрить мозги различными продуктами и услугами. Мне на самом деле очень нравится эта фраза «не пудрить мозги продуктами». Почему? Потому что многие MLM-индустрии, многие проекты делают как? Разрабатывают схему заработка, да, и потом прикручивают продукт для того, чтобы он был, потому что люди стали умнее, им надо подать продукт, чтобы они думали, что они находятся в настоящей сети, ну, как бы сетевой компании. Сетевой компании уже давно на рынке нет на самом деле нормальных, да, как бы сейчас выпускаются различные проекты с непонятными продуктами. Здесь нет никаких продуктов, все максимально просто и доступно. И теперь, ребята, осталось самое важное, принять решение, да, вам нужно 1300 рублей, чтобы выйти на доход 23 миллиона, да, рублей, то есть за все время. И, ребят, что, я скажу вам, да, как бы максимально прозрачно, что здесь я увидел. Здесь я увидел достижимость, то есть эту сумму реально сделать за короткие сроки, если пригласить адекватных людей, первых 30 человек, которые заполнят вами первую матрицу, потому что именно они вас будут покупать следующие уровни. Если человек адекватный, если он понимает, о чем идет речь, он будет покупать следующие уровни, и, соответственно, доход выходит намного быстрее. Это реально достижимо за короткие сроки. Поэтому, ребят, я призываю вас принять какое-то решение, дать обратную связь людям, кто показал это видео, и уже встретимся в этом проекте. Добро пожаловать!